смотрите. Ну, про переменную float 4-байтовую можете вообще забыть у них. Ну, то есть, если вы будете применять, то у вас будет очень много проблем. Они вот взяли за правило 8-байтовую переменную double и все. И с ней пляшут постоянно. Если float, то нули будут при математических операциях. Ну и вот, как бы простейшая операция А минус Б, да? 2043 минус 2056, сколько получится? 0, минус 0,13, да? Смотрим. А вот это не хотели. И в этом весь этот ебучий MQL. Писали его девственники прыщавые. Дети и девственники прыщавые. Ошибок в этом языке ёбнешься сколько. Просто пиздец. И всем насрать, никто не исправляет. Только на форуме все злые, потому что все начинающие задают одни и те же вопросы, которые ведут на косяки, на ошибки. И вот они там злятся, то что одни и те же вопросы задают. Вот, например, я вот этот вопрос задал, почему такая вот хуйня. Они меня там обосрали. Всем пока.